Раньше традиционные котлы, которые все были максимально распространены, у них модуляция была 1 к 3, то есть, допустим, номинальная мощность котла 24 кВт, минимальная, которую он может выдать 9,3. А если в режиме поддержания, допустим, дома там 100 квадратов, такая мощность не нужна, соответственно, котел физически не имеет возможности экономить топливо и сделать рабочую мощность ниже.